Кафедра социальной философии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН провела в Российском университете дружбы народов научную конференцию «Человек и общество в контексте современности». Важность этой конференции еще связана с тем, что это будет 9 секций, которые будут обсуждать эту проблему в разных ее аспектах. И здесь для нас представляется очень важным, что в этом принимают участие ведущие вузы. От нашего флагмана Московского университета, финансового университета, Институт философии. Участники обсудили основные проблемные точки, связанные с самоопределением человека в современном мире, а также фундаментальные тренды социальной динамики последних десятилетий. Темы по социальной философии, они самые актуальные, да? Я думаю, что тут речь идет и о национальных традициях, и о обществе, и власть, и духовный космос русского человека, и проблемы нравственные, моральные, то есть самое разнообразный круг интересов. В центр внимания на конференции встал анализ места человека в обществе в контексте современной социальной философии и вклад в изучение этой проблематики профессора Петра Кондратьевича Гречко. Это говорит о том, что интерес к этой проблеме есть. И поэтому, несмотря на то, что, как отмечал декан Владимир Анатольевич Цвык, сегодня время выпусков, тем не менее народ пришел, потому что услышать, что говорят, как делают, как осмыслить, вот эта рефлексия на самом деле сегодня очень важна. Я поэтому действительно очень рад за моих коллег, философов Российского университета дружбы народов, за то, что вот эта проблематика снова поднимается, не только как дань памяти той тематике, которой занимался наш Петр Кондратьевич Гречко, но и тем актуальным проблемам, которые дальше развиваются, потому что жизнь не стоит на месте. Анастасия Колесниченко, Илья Схасьянов, новости ТВ РУДН.